Good evening, 47. Прости, Джо в сделку не входил. Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Зараза. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватился гузовертлявую жопу. Закончи то, что начал. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. I'm getting too old for this nonsense. Аня, дочка, я много переосмыслил за год, пока мы мотались по стране. Положение, ответственность, долг. Все это ничто по сравнению с самым важным – семьей, твоей жизнью. Прости, что я не понимал этого раньше. Если понадобится, я через сито просею все это засыпанное снегом кладбище, но найду лекарство. А Артем... Артем чувствует свою вину и хочет ее искупить. Я постараюсь проследить, чтобы это не стоило ему жизни. Главное, я снова в метро. И здесь никаким мутантам меня не остановить. Радиация на поверхности – другое дело. Отправляясь сюда, я думал, что беру билет в один конец. Вы сказали, цель близко. Но зачем вам институт? А ты настойчив. Задание у нас. Больше сказать не могу. Но теперь, благодаря зеленке, которую нам отдал Кирилл, у нас появился шанс выжить. Ну что, боец, Артем ушел. Буду я тоже готовиться. А я, товарищ полковник. А ты, рядовой, пока останешься на связи. Должен же кто-то координировать операцию. Дело ответственное. Справишься? Конечно, справлюсь. Молодец. Кстати, Орел, расскажи-ка мне пока, как вы тут до бунта жили, когда зеленки на всех хватало. Неплохо жили. Только отец вечно то на задании, то в патруле. Скучал один? Нет. Отец всегда домой спешил вернуться. Особенно на праздники. Новый год последний вместе встретили. Товарищ полковник, ремонтники очень просили напомнить, как до насосов доберетесь, всю слизь вокруг выжить. Ну, с гнилью, считай, покончили. Сам полковник Хлебников за огнемет берется. Смотри, не сглазь. Кстати, об огнемете. Где он? Вот, товарищ полковник. Только осторожно, тяжелый. Знаю. Давление в норме? Должно быть в норме, проверьте. Если нет, ручка сбоку, подкачайте немного. Вот так всегда. Вечно все приходится делать самому. Ладно, я пошел. Задайте гнили жару. Так точно, товарищ полковник. Зададим, не волнуйся. Не пуха. К черту. Спасибо. Ё-моё, здоровый какой! Я Альха, всем группам. Видел взрослого червя, так что не зевать. Альха, я Красный один, вас понял. Красный два, принял. Красный три, есть, не зевать. Добро.
Красный 3. Тут трубу прорвало. Вода не дает прожечь проход. Нужны саперы для подрыва. Я Альха. Красный 3. Отстави саперов. Ищи вентиль, перекрой заслонку. Как понял? Принято, Альха. Альха, это Красный 3. Вентиль нашел. Двигаюсь дальше. Молодец, Красный 3. Товарищ полковник, как оно, продвигаетесь? Ага, а ты чего тут застрял? Да огнемет, зараза, давление не держит. А где травик, не найду. У тебя топлива не будет? Я на такую густую дрянь не рассчитывал. Хоть залейся, Вячеслав Михайлович, берите. Спасибо, выручаешь командира. Это для карьеры, говорят, полезно. А гнили и правда густо, я столько не видел никогда. Ага, вот же оно. Хо-хо, заработало! Ну, пошел я своих догонять, Вячеслав Михайлович. Удачной охоты. Обеспечь, а нет, так иди ты. Ну и позвал, в общем. А он покраснел и орет.
зеленки не получишь! А я ему: ах так? Так я тогда на работу не выйду! Сам чини, придурок! Вот так и поговорили, в общем. Товарищ полковник, у меня ремонтники на проводе. Говорят, вода пошла. Они высылают бригаду. Прикрытие им обеспечат. Так что задача выполнена. Отлично. Спасибо. Здравия желаю, товарищ полковник. Вольно, ребята. Отлично отработали, спасибо. Спасибо, товарищ полковник. Ну, мы, считай, только дожигали после вас. Нечего скромничать. Дожигали они. От имени командования объявляю вам благодарность. Служим оскоп. Орлы! Ну, разоблачайтесь и домой отдыхать. Так точно. Спасибо. Товарищ полковник, скидывайте химзу и огнемет. Это все дезактивировать надо будет. А вам на пропускном перед туннелем зеленки вколют. Я сейчас свяжусь. Вы там минимум недельную дозу получили. Хорошо. Спасибо. Держи. Счастливого пути, товарищ полковник. Садитесь, товарищ полковник. Спасибо. Давайте с нами, ребята. До проспекта подбросим. Спасибо, товарищ полковник, но за нами сейчас развозка подойдет. Там места больше. Ну тогда счастливо. Двигаем, Петрович. Так точно. Штаб на связи. Полковник Хлебников, доложите обстановку. Товарищ генерал, задание выполнено. Короче, Толь, основное я сделал. Червяков выжгли. Ребята еще дочистят, а я домой. Новый год на носу. Понял, Слав. Кто тебя еще так поймет, как другой отец-одиночка? Ну, тебе-то легче. Твой уже капитан говорит. Сереге мое поздравление, кстати. Хорошо, не зашиб. Сам и поздравишь. 2 числа празднуем по-семейному. Сейчас заскочи ко мне и можешь отдыхать. Вас понял, конец связи. Конец связи. Ничего себе! С наступающим, с наступающим. Спасибо за работу. Товарищ полковник, давайте вам зеленку вколем. Не возражаю. П-51,
Петрович, давай руку. Тебе тоже положено. Нет, я лучше сам, дома, своим шприцем. Ну, как знаешь, держи. Благодарю. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Красный проспект. Петрович, внучки что, хуже? Да нет, слава богу. Но детской нормы зеленки ей все равно не хватает. Хоть и на проспект перебрались. Вот я что могу и откладываю. Вдруг обострение. Ну, в общем, жить можно и ладно. Наступающим. Ты мне лучше скажи, повыжгли, дрянь-то? Повыжгли, Петрович. Это хорошо. Только она все равно каждый раз только гуще разрастается. Видишь, не справляются насосы. Тоже из-за гнили. И так 20 лет отпахали при такой-то эксплуатации. А тут еще дрянь эта. Фильтры забиваются, прокладки распадаются, железо ржавеет. Скоро вся система откачки сдохнет. И будем тут на лодках рассекать. Гондольером заделаешься. А я и спеть могу. Лучше не надо. Твоим пением пытать хорошо. Спасибо, что подбросил, Петрович. С наступающим. Взаимно! Я тогда тут пока поковыряюсь, а после елки мы с внучкой ждем вас с Кирюхой в гости, как обычно. Обязательно. Товарищ полковник. Товарищ полковник. Товарищ полковник, проходите, пожалуйста. Генерал вас ждет. Оправдание ваше оставьте при себе, капитан. Если проявили инициативу, так готовьтесь нести ответственность. Здесь вам не на гражданке. Можете идти. Есть! О, слава, я тебя уже заждался. Проходи. Располагайся. Пока ты с ребятами на шашлыки ездил, тут кое-что новое нарисовалось. Взгляни на карты. Радиационная обстановка? Да, сталкеры из центра спутниковой связи вынесли. И теперь надо перевернуть там все и найти самые свежие. По всей стране. Без карт непонятно, куда ехать. Возьми это дело на личный контроль и секретность обеспечь, понимаешь? Куда ехать, Толь? Скажи прямо, готовится эвакуация? Хорошо, но учти, только между нами. Да. Тянуть больше нельзя. Зеленки не осталось. Придется изъять у населения излишки, так что все пока совершенно секретно. А к чему секретность? Хорошие ведь новости. На такое дело народ зеленку и так бы отдал. Не мое решение, Слав. Но хорошие новости иногда и вправду лучше приберечь. Понял. Спасибо, что рассказал. Только между нами. Ты меня знаешь. Ну, с наступающим! Погоди. Как герою борьбы с гнилью и отцу-одиночки, тебе новогодний подарок от командования полагается. В размере месячного пайка на двоих. Держи. Спасибо. Но не задерживаю. Или еще побудешь? У меня и чай есть. Да ты просто змей-искуситель сегодня, как я погляжу. Как там у Сереги дела? Доволен, конечно. Подумать, мой сын, капитан целый, веришь? Не помогал вообще. Верю, конечно, а то я тебя не знаю. Я так считаю, пусть сам добивается. Это характер закаляет. И работает же. Он в детстве мягковат был, в Катю. А сейчас кремень. Ты с ним всегда тверд был, суров даже. У меня так не получается.
Я тебя со стороны вижу. Ты с Кириллом ровно себя держишь, по-мужски, как надо. И он мужиком растет, боец. Оскомовец. Он всего оскомовского большой фанат. Мы для него что те супергерои. Даже страшно временами. А мы и есть герои. Спасаем, кого можем и как можем. И все ради них, ради детей. Чего ж пугаться? Он многого еще не поймет. Многое идеализирует. Для него мы рыцари без страха и упрека. Сам знаешь, в жизни оно сложнее все. Всякое приходится делать. Потом смотришь ему в глаза и думаешь. А понял бы, если бы я ему рассказал. А его все это еще ждет. Кирилл мужик, он поймет. Настоящий герой слав – это не тот, кто в сияющих доспехах и красивой позе. Герой – тот, кто делает то, что нужно сделать. И запачкаться приходится, и кровь проливать. А он все равно делает, потому что так надо. Мужик он потому и мужик, что это понимает. Наверное. Но тут и до «цель оправдывает средства» недалеко. Ой, да брось. Все это слюнтяйство. А! Цель оправдывает средства. Так нельзя говорить. Это же плохо. Ай-яй-яй. Нам Марья Ивановна на философском так сказала. А я отвечаю, да, оправдывает. А как иначе дела по-вашему делаются? Чем-то жертвуешь, что-то получаешь. Разве бывает по-другому вообще? Всегда оправдывает. Ну ладно, подловил, не всегда. Так дела и делаются, ты прав. Но я думаю, это всегда вопрос честности на самом деле. Оправдывает или нет? Самим собой честности в первую очередь. Это ты тонко завернул, философски. Признавайся, у Марьи Ивановны тоже курс слушал. Ладно, пойду я уже, задержался. Да, давай, Слав. А то Новый год, а я тебя к сыну не пускаю. Кириллу привет. С наступающим. А я пока речь закончу. Не люблю на публику работать, но тут никуда не денешься, праздник. Дорогие жители Красного проспекта... Товарищ полковник! Здравия желаю, товарищ полковник, с наступающим! Товарищ полковник, здравия желаю! Тут столько народу набилось, что не пройти! Вы лучше через ресторан поднимитесь, сразу на галерею попадете! Дрянь! Ты посмотри на себя, как! Ну, Тань! Ну не это! Тихо! Начальство! Это Новый год, да? Это... Понял. А мы тут отдыхаем, товарищ полковник. Давайте с нами. С наступающим, Вячеслав Михайлович. Вот смотри, выберемся мы отсюда однажды, так? Не вечно же под землей сидеть, как кротам. Ну да, я тебя обниму хоть. Ну что ты, люди кругом. Папа, как я тебя напугал? Не ожидал засады? Красиво. Отличная маскировка, рядовой. А теперь доложите обстановку. Ой, товарищ полковник, задание по украшению станции почти выполнено. Осталось последнюю лампочку вкрутить. Вольно. Давай я помогу. С наступающим, пап. Я думал, ты не успеешь. На мой день рождения и на мамину годовщину опоздал. Прости. Я просто старался, чтобы таких годовщин у нас в метро было поменьше. Понимаешь? Понимаю. Вот и хорошо. Ну, включай.
Задание выполнено! Отлично, рядовой! Спасибо! Папа, у меня для тебя подарок! Мне дядя Миша помог собрать! О, спасибо, сын! Кстати, о дяде Мише. После официальной части личному составу надлежит вымыть уши и явиться в расположение Михаила Петровича. Форма одежды парадная. Ура! Есть вымыть уши и форма одежды парадная, товарищ полковник. Ух, какую елку красивую сделали. Да, слушаю. Дорогие жители Красного проспекта и гости с других станций. 2034 год подходит к концу. Год выдался непростой, но он еще больше сплотил нас вокруг общей цели. Благополучие всех, для кого тоннели метро стали домом. В Новый год мы все смотрим с ожиданием перемен к лучшему. И они обязательно произойдут благодаря нашим общим усилиям. От имени командования ОСКОМ я благодарю всех за отличную работу и поздравляю с Новым годом! 2035 годом! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! С Новым годом! Ну, генератор, зараза, опять сдох. Кирилл, это Мельник. Проверка связи. Как слышишь, прием? Слышу вас хорошо, полковник. Прием. Кирилл, я у торговых рядов. Где тут на сибирскую проход? По лестнице вниз. Там штаб Оскома был. Еще там зеленку складывали, которую во время рейдов конфисковали. Конфискации, значит. Нашел! Спасибо, рядовой. Сдавайте излишки радиопротектора представителям законной власти. Помните, наш общий долг – объединить усилия для блага всех жителей метро. Интересно, он что скажет? Насколько ждать еще? Ну, хватит. Помните, перераспределение радиопротектора. Разрешите, товарищ генерал? Слав, не поясничай. И так точно. Что там на сибирской вышло? Там закончили, вот изъято. Не густо получилось. Плохо, плохо дело. Пятно сплошное, километров 500 жарится. Да и потом неизвестно, сколько ехать. Твои ребята карт натащили, но чистых мест на них не видно. Были надежды на Байкал, но... Пока не нашли, там разгром полный. А насчет радиации... Фильтры на что? Главное, от пыли защититься. Фильтры. Все вагоны фонят так, что без зеленки никакие фильтры не помогут. А еще дети. Ты и сам не один едешь, а с сыном. Так что знаешь, что детям больше надо. Понимаю. А хватит? На всех сразу нет. Сначала вывезем ценных специалистов, подготовим новый подвижной состав, и тогда уже остальных. Так что получается? Будем людей на сорта делить? Кого первыми вывозить? Ты же видишь, что на кону. Наши дети тоже, между прочим. О чем тут вообще говорить? Не ожидал, Слав, не ожидал. О Кирюхе своем вспомни. Я, кстати, не забыл. Поедете с ним в первом эшелоне. Так что не подведи меня. А сейчас не забивай себе голову, отдохни лучше. На проспекте твои ребята и сами управятся. Понял. Опять закурить тянет.
Как ты будешь? Не откажусь. Угощайся. Давно хорошего курева не было. Ох, давно. Соскучился. На грязных станциях полно подрывных элементов, сам знаешь. 20 лет агитировали, мол, сбросим антинародный режим и заживем. А теперь, считай, дорвались. Именно. Когда станет ясно, что зеленка все, а потом насчет эвакуации поползут слухи. А они поползут. Само собой. Еще и приврут, понятно. Что начальство хочет сбежать, бросить простых людей. Они такой шанс не упустят. Ну вот, сам все понимаешь. Будем поддерживать порядок, сколько сможем. Упаси нас Бог от настоящего мятежа. Но на Бога надейся, а сам чисти автомат. Готовься, Слав. Время будет сложное. Да, работенка нас ждет грязная. Но деваться некуда. Либо мы спасаем, кого сможем, либо хаос и всем крышка. Если придется стрелять, смотри на это как на войну живых с мертвецами. Каждый бунтовщик и есть такой мертвец, с собой в могилу тащит. Цинично. Зато правда. Но будем надеяться, что до этого не дойдет. Твои люди к такой работе готовы? Да, у меня случайных нет, отсеялись все за 20 лет. А у других? В некоторых я не уверен. Сейчас будем их потихоньку рассредотачивать и разоружать. Рискуешь подлить масло в огонь. А что делать прикажешь, а? Тут куда ни кинь. Это да. Что-то и правда устал я. Пойду, если ты не против. Конечно. Отдыхай, пока есть такая возможность. Боюсь, не скоро она снова представится. Ислав, береги себя. А он тогда что? Ну, говорит, мы ваше положение понимаем, сотрудничество ваше высоко ценим. И как только новые запасы поступят, все вам вернется. Товарищ полковник! Давай, зеленка, второй день стоит! Поспокойнее, поспокойнее! Не надо шуметь! Товарищ полковник, граждане, скажите! Сохраняйте спокойствие! Пожалуйста, товарищ полковник! Скоро начнем выдавать! Себя небось не понижайте, а нам и того не даете! Сколько можно? Вы что, ждете, пока мы тут не сдохнем? Успокойтесь, граждане, скоро начнут выдавать! И так нормы понизили! Так и товары выдают! Встаньте в очередь! Расступитесь! Без очереди! Да куда ты лезешь? Дайте пройти! Пропустите! Товарищ полковник, разрешите? Обращайтесь. Поступил сигнал об излишках. Ой, батюшка. Обязаны реагировать. А он не открывает. Ясно. Идем. Да куда ты лезешь? Эй, начальник, вижу, крепко я тебе понравился. Всего уже облако. Что-то Новый год вспомнился. Товарищ полковник, сюда! Рядышком. Помнишь? Конечно! О, Гриша Муладова! Петрович, открой! Слава! Заходи! Спасибо! За мной! Михаил Петрович, вы знаете, зачем вы здесь. Предлагаю сдать излишки добровольно, иначе будут неприятности. Не могу. Ну не могу я, ты же знаешь, это для внучки. От себя ведь отрывал, по капельке копил. Ничего не могу сделать. Был сигнал об излишках, мы обязаны реагировать. Начинаем обыск. Проверьте там. Ну как же так можно? Я ведь зарплаты откладывал. Все, честно, знаю, заработал, ты же знаешь. Порядок есть порядок. Есть, товарищ полковник, нашел. Только это разве излишки? Это для внучки, понимаете? Ага, для внучки. На рынке, небось, спекулируешь. Да, товарищ полковник, вы же знаете. Товарищ полковник, у него точно еще есть. Надо искать еще, а то план сорвем. Хватит. Мы излишки изымаем, а не последние. Товарищ полковник, мне же рапорт писать.
Под мою ответственность. Отнесите в штаб и оформите как положено. Так точно. Прости. Я понимаю, выбора у тебя не было. Спасибо, что оставил немного. Это ты прости. Но насчет выбора все верно. Нет его ни у кого. Ну, пойду я. Спасибо. Не за что. Спасибо, Слава. Хватит мне голову морочить. Норма сдачи ваша точно посчитана, не с потолка взята. Тут не хватает. Доплачивайте. Ну, командир, ты сам посуди. Где я тебе зеленку возьму? Вы в народе считаете все изъяли. Торговля встала. А норма сдачи написана, как будто я тут магнат. Процветаю. Вы меня тоже поймите. У меня написано. Написано, значит, лейтенант. Вы... Добро пожаловать на проспект. Прошу оставаться на местах. Откройте, Оском! Ну, здравствуйте, рядовой. Ух, и устал я сегодня. Кирилл? Ха. Ну-ка, рядовой, рассказывай, что случилось. Ничего, не хочу я больше. Чего не хочешь? Быть рядовым! И в Оском я больше быть не хочу! Так... С этого места подробнее. Я на Сибирской был. Видел, как солдаты зеленку у людей отбирали. Один торговец кричал, что они права не имеют. Его побили. Зеленку всю забрали и ушли. Ну, это уже ни в какие ворота. Я завтра узнаю, кто это сделал, и разберусь. Ты говорил, что Оском защищает людей, а вы у них зеленку забираете. Почему? Это сложно. С зеленкой трудно. Поэтому и приходится забирать у тех, у кого зеленки много, и раздавать тем, кому не хватает. Иначе богатые будут сидеть на своих запасах, а бедные умирать. Разве это будет справедливо? Нет. Конечно, нет. Несправедливо будет. Вот видишь, понятно, что те, у кого забирают, недовольны. Но так нужно, понимаешь? Ну, если бы у меня зеленку забирали, я бы тоже не радовался. Но теперь понимаю. Вот и хорошо. А эти солдаты вели себя неправильно. Я прослежу, чтобы их наказали. И они пойдут и извинятся. Правильно! Пусть извиняются! Вот и отлично. Кстати, о зеленке. Давай-ка, брат-храбрец, сделаем тебе укол. Давай. Готово. Кирилл, это Мельник. Как связь? Прием. Слышу вас, товарищ полковник. Небольшие помехи. Прием. У меня тоже. Я на Сибирской. Тут была последняя линия обороны. Прием. Да. Я сам не видел. Мне папа рассказывал. А как раз перед тем, как мятежники на последний штурм пошли...
Пап, тебе точно надо идти? Ты же не отдохнул совсем. Мятежники наступают. Не до отдыха. Мятежники? Скажи, пап, если мы, Оском, защищаем людей, зачем им врать? Ого, ты повзрослел, рядовой, а я и не заметил. Значит, поговорим как взрослые. Нужно ли говорить правду? Конечно. Но жизнь — сложная штука. В руках наших врагов правда может быть опасна. Нужно понимать, кому ее можно говорить, а кому нет. Командование видит картину целиком и поэтому может принимать решения. Иногда неприятные решения, но так нужно. Командование думает обо всех, а гражданские — только о себе. Поэтому правду, которая может их напугать, приходится скрывать. Но это для их же блага. Понимаю. Но все-таки страшно так думать. В жизни много страшного. Но я неплохо тебя воспитал. Ты сильный и храбрый. Справишься. Но мне пора. Иди домой. Пока не вернусь, никуда не выходи и никого не впускай. Это приказ. Есть, товарищ полковник! Сержант, проводите. Есть! Пошли, Кирилл. Ладно. Удачи, папа. Тебе тоже, сынок. Товарищ полковник! Прости, Слав. Я знаю, тебе деваться было некуда. И если бы я тогда не сказал ничего, они бы не поверили, что все нашли. Ну, старый помянец. Ни у меня, ни у тебя выбора не было, Петрович. Тебе тоже удачи. Увидимся на поезде. Спасибо. Здравия желаю, товарищ полковник. Ну что стоите? Вперед на позиции! Есть! Держись! 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 Держись, ребята! Ничего, отобьемся! Нам только эту атаку бить, дальше подкрепление не дают. Чисто. Идем дальше. Значит так. Саперов перебили, но заряд уже заложен. Наша задача — добраться до детонатора и рвануть. Лейтенант, я сейчас к взрыв машинке, а вы прикройте. Есть! Внимание! Прикрываем полковника!
Хлебников на связи. Там слушает. Один заряд не сработал. Черт. Отходите на Сибирскую и держитесь там. Больше надеяться не на кого. Есть держаться. Конец связи. Товарищ полковник! Сюда! Отхожу, бак пустой! Товарищ полковник, отходите на резервную! Держимся тут! До последнего! Подкреплений не будет! Или мы их, или они нас! Конечно, если мы держимся! Дадим им прикурить! Пулемет! Они пулемет притащили! Генералу. Товарищ генерал, на стан! Операция закончена. Исполнители устранены. Готов к эвакуации. Ах ты, сволочь. Что значит уехал? Без меня? Что происходит? Обеспечение эвакуации. Эвакуация? Бойцы, гражданские, ты же их всех убил! Кого теперь эвакуировать? Слав, зеленке осталось только на командование, понимаешь? Остальные обречены. Агас, просто чтобы быстрее, и понимаешь? Ты знал с самого начала. Знал и молчал, сука! А у меня что, был выбор? Да и какая теперь разница, они уехали. Вот только меня они бросили зря. Петров! Они уехали, без нас! Серегу мне дай, быстро! Как? Погиб? Серега, сынок. Значит так, Петров, в большом сейфе РПГ. Бери и бегом на старую развилку, там перехватишь, понял? Выполнять! Ну и что теперь? Что хочешь?
а я все сделал. Прощай, Слава. Папа! Папа! Дядя Толя! Он что, себя убил? Почему? Не смотри туда. Прости, что я приказ нарушил. На станции стреляли. Много. Потом затихло. А тебя все нет. Я боялся, что случилось что-то. Пошел тебя искать. Слушай, я тебе утром рассказывал. Кому можно знать правду, а кому нет. Забудь. Не нам такое решать. Если тебя обманывают, то точно не ради твоего блага. Вот поэтому он и умер. Понимаю, папа. Молодец. А теперь... идем домой. Кирилл, это Мельник. Я у входа в бункер. Понял вас, полковник. Там связи не будет, так что будьте осторожны. Спасибо, Кирилл. Конец связи. Сосна, Яльха, ответьте, прием. Рядовой, я захожу в бункер. Пока я там, связи не будет. Сколько пробуду внутри, не знаю. Когда следующий сеанс? Полдень, товарищ полковник. Аккумуляторы? Держу заряженным. Дверь? Запер. Печенку ем. Слизь сжигаю. На грязной станции не хожу. Пап, ты мне натурально шпаргалку оставил. Если я сейчас читаю. Читай, читай. Повторение – мать учения. Все, сосна. Конец связи. Понял вас, СХ. Конец связи. Сосна, ответьте, прием. Сосна на связи, прием. Я очень люблю тебя, сын. А я тебя, пап. И печенку чтоб ел. Обязательно, понял? Конец связи. Совершенно секретное задание особой важности. Найти в архиве центра спутниковой связи карту района с приемлемым уровнем радиационного заражения. Исходя из косвенных данных, ясно, что особое внимание необходимо уделить поиску карт района озера Байкал. До сих пор наши усилия не достигли результата. Так что теперь ваша задача – добиться успеха во что бы то ни стало. Я не могу сообщить конечной цели поисков, но знайте, от результата зависит жизнь всех жителей метро. Эта запись самоуничтожится через 5 секунд. Удачи, бойцы! Всему персоналу немедленно покинуть комплекс.
Всему персоналу немедленно покинуть комплекс. Внимание! Биологическая защита реактора нарушена. Всему персоналу немедленно покинуть комплекс. Всему персоналу немедленно покинуть комплекс. Биологическая защита реактора нарушена. Реактор будет заглушен. Изоляция реактора нарушена. Переключение на резервное питание. Сбой резервного источника питания. Изоляция реактора нарушена. Резервное питание включено. Необходим перезапуск системы. Подготовка к перезапуску выполнена на 20%. Подготовка к перезапуску выполнена на 40%. Подготовка к перезапуску выполнена на 60%. Подготовка к перезапуску выполнена на 100%. Система перезапущена. Включение главного источника питания. Изоляция реактора нарушена. Резервное питание включено. Больше резервного источника питания. Необходим перезапуск. Система перезапущена. Включение главного источника. Подготовка к перезапуску выполнена на 60. Thank you.
запуск системы. Всему персоналу немедленно покинуть комплекс. Биологический защита реактора нарушена. Реактор будет запущен. Стоп. Поиск резервного источника питания. Не отходим через запуск системы. Сейчас. Немного отдохну и пойду. А просто устал. Вот ты где, брат. Нашел карты и отдохнуть присел. Понимаю. Мне и самому отдышаться нужно. Так железки эти натирают. Главное, не засидеться тут с тобой. Меня сын твой прислал. Сказал, где искать. Он молодец. Боец. Хорошее. Постарался он. Дети. Все ради них. Я вот ради дочки тут. Умница, красавица. Сильная, добрая. Не передать, как горжусь и как люблю, а высказать не могу, не умею. Пытаюсь быть отцом, а из меня командир лезет. Будто показав любовь, слабость свою обнажишь. Не только перед ней,
тот же муж ее. Он ведь мне даже нравился сначала. Но как же бесит, что ему правду знать надо. Его дома лучшая на свете женщина ждет, а он головой не за грош рискует. Нормальные люди хотят, чтоб в похлебке грибов побольше, дома тепло, да дети здоровы, а ему правду подавай. Позволь, я на карты взгляну. Ох, я на него и злился. А потом посмотрел на мир и по-другому на жизнь свою прошлую взглянул. Особенно, когда твою историю узнал. Прямо себя увидел, прошлого. Мы ведь оба служили большой лжи, потому что убедили себя, что так надо. И если бы не зять мой, то и закончил бы я, как ты. Зато теперь в кои-то веки в моей жизни есть смысл, потому что я могу, наконец, взглянуть правде в глаза. Думаю, ты меня понимаешь. И спасибо тебе за карты. Не думай, что все было зря. Ты всех нас спас. А Кирилл, я передам ему часы и прослежу, чтобы он выбрался из этой дыры. Обещаю. Ну, мне пора. Прощай, полковник Хлебников. Спи спокойно. Артём, держись. Держись, сынок!